Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это, судя по всему, очередная Xiaomi розетка. Сейчас распечатаем. Посмотрим, так ли это. Да, так есть. Сайт GearBest. Впервые такой мне вкладыш присылает. Вот так, в такой вот коробочке находится сам удлинитель. Сейчас распечатаем, посмотрим. Все ли здесь на месте? Так, больше в коробке ничего нет. И вот она сама розетка. Это я уже второй раз заказываю. Первый раз на Алиэкспрессе заказывал. Второй раз заказал со скидками на сайте GearBest. Добиралась она сюда, в принципе, быстро. В Украине пролежала с 26 числа. Прибыла в Украину и с 26 числа вот сегодня только получил. 4 получается числа. Почти 10 дней пролежала. Не очень, конечно, меня это радует. Так. А добиралась, в общем, сюда где-то около 20 дней. Стоимость вместе со скидками у меня получилась чуть больше $10. Цена очень хорошая. Предыдущим заказом предыдущей данной розетки от Xiaomi очень доволен. Эту взял на работу. В общем, кому интересно, заходим на сайт GearBest, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Пока.